Всем привет, на связи BSK Crypto, и сегодня у нас на обзоре новая игра под названием Gimli. На данный момент в игре можно получить 100 тысяч кристаллов совершенно бесплатно, использовать их для игры и зарабатывать как сложениями, так и без. А перед началом этого ролика хочу порекомендовать свой телеграм-канал про инвестиции в криптовалюту, новости NFT, игр, фарминг, стейкинг и многое другое, ссылка на него будет в описании под видео. А также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой YouTube канал. Игра запустилась всего лишь 5 дней назад, поэтому считаю ее достаточно новой. И думаю, сейчас самое время в нее зайти. Давайте же начнем играть и разберем ее более подробно. Для начала вам нужно будет пройти простую регистрацию, тут я ее объяснять не буду, давайте уже перейдем к самой игре. После входа в игру вы попадете в вот такой кабинет. Для того, чтобы получить 100 тысяч кристаллов бесплатно, вам нужно будет пройти простое обучение. В обучении нет ничего сложного, вам всего лишь нужно будет отправлять наемников, чтобы они воевали. Они покупаются за самоцветы, вначале вам дадут 5 самоцветов, и вам нужно будет нанять своих первых 5 наемников. Как вы видите, у меня уже нанято довольно-таки большое количество, то есть вам нужно будет нажать «Нанять», после чего вы сможете нанять уже наемников уровня выше, и когда вы закончите обучение, вы получите 100 тысяч вот таких вот самоцветов. Эти самоцветы вы можете использовать в дальнейшем в игре, либо же вывести на свой кошелек. Если вы решили, что будете их использовать в дальнейшем игре, я вам советую покупать уже более дорогих воинов. То есть за эти самоцветы вы можете купить, например, несколько королевских лучников. Давайте наймем сейчас еще одного. Как видите, он у меня отобразился. Также можно нанимать x10, x100. Количество армии не ограничено, и они будут приносить вам 0,6% в день. Также все доходности вы можете посмотреть в день вот здесь. И по достижению 200% они у вас пропадают, и вам нужно будет снова покупать новых наемников. Соответственно, у вас отображается анимация, где они убивают врагов, и у вас появляются вот такие вот самоцветы. Когда насобирали нужное количество, нажимаете «Собрать», соответственно, можете их либо выводить, либо использовать в дальнейшем в игре и зарабатывать еще больше. Также можно нанимать и дорогих наемников, которые увеличивают ваш доход в день. Например, наемник за доллар приносит уже 0,7% в день, а самые дорогие наемники за 100 долларов и 250 долларов приносят 0,85 и 0,9% в день. При этом купить вы их можете, нажав на плюсик, самоцветы, и выбрать способ, каким удобно вам купить. Тут огромное количество способов. Это в случае, если вы решили заходить платно. Естественно, решать вам, стоит ли заходить или нет. Я также думаю, что прикуплю себе одного наемника за 100 долларов и буду играть в эту игру и развиваться. Но давайте также разберем, где еще можно получить бесплатные самоцветы. Для того, чтобы получить бесплатные самоцветы, кроме этого, мы можем еще нажать на ссылку серфинг сайтов в меню. И за выполнение простых заданий, то есть вы просто просматриваете сайт, вы получаете определенное количество самоцветов. Часто дают довольно-таки неплохие бонусы. Да, немного, но для развития также в проекте подойдет, то есть вы можете собирать вот эти самоцветы, реинвестировать эти самоцветы в игру и зарабатывать еще больше, то есть развиваться совершенно без вложений. Притом появляется очень большое количество таких заданий, это довольно-таки интересно. То есть по сути как букс выполнено, но при этом и как какая-то игра. Вывод в игре уже проверен, и для того, чтобы вывести, вам нужно будет нажать на самоцветы, в случае, если у вас собрано определенное количество, и вы хотите вывести. Соответственно, 1 миллион самоцветов – это 1 доллар, как на ввод, так и на вывод, то есть сумма равна. И можете вывести на огромное количество способов. Для примера выбираем 1 миллион, и с комиссией в 3 BUSD вы можете вывести. Ну, также смотрите, способы есть без комиссии, соответственно, в сети тизер комиссия всего 1 доллар. Также можете подобрать, чтобы комиссия была еще меньше. Например, вот в троне вывод, комиссия всего лишь 2-3 икс, что достаточно немного. Также в самой игре с каждым циклом вы можете зарабатывать еще больше. Как вы видите, с каждым переходом на следующий цикл у вас доходность увеличивается на 1%. Ну и также немного увеличивается здоровье вашего противника. Соответственно, с каждым циклом получается зарабатывать все больше и больше. В принципе, игра довольно-таки интересная, запустилась она совсем недавно. Пишите свои комментарии, что вы думаете по ней. А на этом все. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Всем пока!